Он состоит из молока. И еще из него готовят вкусную пиццу. Он очень полезный. То, которое можно из него его нарезать и тоже кушать по кусочкам. Даже натереть его можно. Из него готовят бутерброд. Такой молочный... можно сказать, десерт. Люди кушают его и мыши. Это молочный продукт, который дают нам на завтрак.